Здравствуйте, это информационная программа «День за днем» в студии Анастасии Терехова. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. За прошедшие сутки в Тюменской области 230 заболевших коронавирусом, в том числе 28 детей. 175 человек выздоровели, на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 28 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются почти 59 тысяч жителей региона. Кстати, специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали прибор, который за 27 минут определяет, есть ли коронавирус у человека. А что касается мест, где можно заразиться ковидом, то они остаются неизменными. Основным остается контакт в семейном очаге. На втором месте это контакт по месту работы. На третьем месте это заражение в общественных местах и общественном транспорте. В большинстве случаев заражение происходит при несоблюдении в полном объеме мер профилактики. Вакцинация на сегодняшний день – это основная мера профилактики распространения вируса COVID-19. Вакцинация предотвращает осложнения и возможный фатальный исход. Мастер-план туристического кластера Тобольска обсудили в городской администрации. Пока разработка находится на стадии анализа и прогнозирования. Каковы туристические перспективы Тобольска, узнали наши корреспонденты. Взгляд на город со стороны – такова задача московской команды разработчиков мастер-плана на первоначальном этапе. Социологическое исследование, анализ имеющихся ресурсов, прогнозирование объема туристического рынка и лишь затем конкретика. Конечным итогом нашей работы должна стать дорожная карта мероприятий с предложениями о различных источниках софинансирования этих мероприятий. Туризм должен стать важной экономической составляющей городской жизни. По статистике, 20 миллионов россиян путешествуют по стране с целью туризма и отдыха. На Тобольск приходится лишь 0,01% от этого числа. Тобольск регулярно попадает в списки красивых малых городов, пользуется популярностью экспертов, однако в официальных рейтингах почти не встречается. Мы также участвуем у Минстроя в рейтингах по индексу качества городской среды. Там есть не один десяток этих показателей. Но потом выводится и общее. Вот можно ли нам здесь тоже таким образом сделать, чтобы мы понимали, где мы на старте и где мы дальше будем идти с учетом реализованных. В первую очередь потенциальные туристы – жители Тюмени и соседних регионов. А значит, Тобольск должен быть богат на события, чтобы гости возвращались снова. Большой потенциал разработчики видят в развитии Нижнего Посада и прибрежной зоны. Городу, стоящему на Иртыше, необходима полноценная набережная. Да и под горой туристу надо дать возможность пойти куда-то за пределы базарной площади. Один из залогов успеха, собственно, работающей туристической инфраструктуры – это связанность города. Можно сделать прекрасные отдельные объекты, но в случае, если нет возможности добраться легко от одного объекта до другого, собственно, это все будет приходить в упадок и не будет достаточно работать. Уникальный ландшафт Тобольска тоже можно использовать, устроив, например, фуникулер. Могут, по мнению разработчиков мастер-плана, привлечь туристов и термальный источник, аэропарк с воздушными шарами, этническая деревня, музей занимательной химии или парк сказок. Окончательная концепция туристического кластера будет принята до конца года. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, «Тобольское время». Увидеть Тобольск и влюбиться в него теперь смогут еще больше гостей. Соглашение о развитии межрегионального туризма подписали Александр Моор и генеральный директор компании ТУИ «Россия» Тарас Демура. Тюменская область становится все более привлекательной для туроператоров. За последние 5 лет регион посетило более 11 миллионов туристов. Конечно, есть определенные стереотипы о Сибири, о Тюмени, которое нужно разрушать. У нас отличный регион, у нас есть что посмотреть, у нас прекрасная инфраструктура, богатая история. И именно эти задачи мы хотим решить, вот как раз организовывая эти чартерные рейсы. И уверен, что дальше народная молва тех, кто посетил наш регион, пойдет, и следующие туристы уже приедут к нам, не только используя программы чартерные, которые мы предлагаем, но и в свободное время путешествия по стране, выбирая Тюмень как один из регионов, которые пока, наверное, не считаются такими туристическими, но совершенно точно, мы уверены, у нас есть такой потенциал. И сегодня в Тюмень прибыл первый чартерный авиарейс. Прилетели около сотни туристов и представителей туроператоров из центральных регионов страны. Впервые компания ТУИ запустила чартеры по России в 2020 году. И это, по словам директора компании, оказалось востребованным. Туристы могут буквально в 2 клика на сайте подобрать себе пакет и полететь. Компания намерена сделать доступными для чартерного туроператорского туризма все регионы России. А в программу отдыха в Тюменской области включен и Тобольск. Пассажиры первого чартера уже на пути в древнюю столицу Сибири.
Подготовка к отопительному сезону в Тобольске вышла на завершающий этап. Все объекты социальной сферы уже получили паспорта готовности. Из 685 многоквартирных домов все требуемые мероприятия выполнены в 656. 8 управляющих компаний получили паспорта готовности. Крайний срок подготовки – 15 сентября. За 4 месяца была проведена масштабная работа по ремонту сетей. В рамках самой подготовки было действительно заменено 3,6 километра трубопровода тепловых сетей. И горожане, вы могли наблюдать, что в разных основных частях города территории были охвачены. И работа одновременно велась на всех значимых участках в этот период. В последние годы в Тобольске отопительный сезон обычно начинается в промежутке с 15 по 25 сентября. Условия следующие, когда пятисуточная средняя температура воздуха будет не превышать плюс 8 градусов. Будет ниже 8 градусов в течение 5 суток. Мы будем отслеживать эту ситуацию. Она уже на сегодняшний день отслеживается. Будет издано распоряжение администрации города. В Тобольске в программу догазификации попадают более 500 домов. Их обходят волонтеры, чтобы раздать памятки и рассказать, как подать заявку для включения в график. Как прошло общение с жителями улицы Гробовского, расскажет Шамиль Гулеев. Дома на улице Гробовского уже частично газифицированы. Те, у кого нет голубого топлива, но хотят его провести, могут сделать это, следуя некоторым инструкциям. Каким именно ходят и рассказывают волонтеры. Они раздают вот такие памятки. По программе догазификации владельцы частных домов, у которых не подведен газ, имеют право, возможность подать заявку, и к границам земельного участка газ будет подведен бесплатно. А в дальнейшем уже разводка, так скажем, по дому осуществляется средствами, непосредственно силами владельцев частных домов. Такие дома у нас есть практически в каждой части города. Это и подгорная часть города, это и микрорайон Иртышский, 12-й микрорайон и Анисимово. Подать заявку можно на сайте север04.ру в разделе «Догазификация» или «Прием документов в электронной форме». Также можно обратиться в офис компании по месту жительства или же подать заявку на портале единого оператора газификации connectgas.ru. Эта программа очень замечательная. Молодец Владимир Владимирович Путин, что обратил на это внимание. Очень много граждан, кто действительно желает провести газ. Во-первых, это экономичнее, чем электрическое отопление. И если будут подведены, соответственно, стояки к домам за счет государства, это очень сохранит наш бюджет. И также замечательная программа, то, что сейчас в расширенная идет категория граждан, которые получат по 60 тысяч для проведения газификации от стояка до дома. И можно приобрести, допустим, у кого небольшие дома, хватит и на котел, и на проведение полностью по дому. То есть это очень замечательно, что существует такая программа. Всего в программу догазификации, по предварительным данным, попадают более 500 домов Тобольска. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, «Тобольское время». Создание новых общественных пространств меняет лицо города. Об этом говорил Владимир Якушев в ходе своего визита в Тобольск. В студии телеканала «Тобольское время» он рассказал о строительстве 4-полосной трассы, оценил возводимые в городе объекты, потенциал развития инфраструктуры, в том числе и Нижнего Посада, и перспективы туристического развития Тобольска. Очень мало городов сегодня в Российской Федерации, вот где такая частота, которая режет глаз. Город Тобольск продолжает нести вот эту марку как город туристический. Город интересный для тех людей, кто в него приезжает. Разговор с Владимиром Якушевым о Тобольске и не только смотрите сегодня в 20:30 в программе «Актуальное интервью» на канале «Тобольское время». Фестиваль «Тюменская осень» в Тобольске пройдет в нашем городе 17, 18 и 19 сентября. В течение 3 дней Тобольков ждет насыщенная программа. На 36 площадках можно будет не только посмотреть, но и показать себя, проявить свои интеллектуальные способности. Подробнее расскажет Елена Макова. 17, 18 и 19 сентября в Тобольске пройдет областной фестиваль «Тюменская осень». Главная задача организаторов – это создать тоболякам теплое праздничное настроение. Дарить его будут на 36 площадках города, в том числе и отдаленных микрорайонах. Где будут проходить различные мероприятия, которые касаются и творческого направления. Это концерты наших творческих коллективов городских, это спортивные мероприятия, которые тоже
пройдут на большей части наших площадок по проведению мероприятий. Это мероприятие для школьников и их родителей. Организатор фестиваля, благотворительный фонд развития города Тюмени, также предлагает табалякам принять участие в большой викторине. Она пройдет в два тура. В первом туре у нас будут простые вопросы, подготовлены для табалякув. А в рамках правильного ответа табалякуви могут получить сладкие подарки тюменских производителей, ну и мелкую бытовую технику. Телефоны, телевизоры, утюги, фены и так далее, и так далее. То есть всего, наверное, более 10. Правильный ответ в первом туре – это не только возможность получить подарок. Табалики смогут показать свои знания во втором, где вопросы будут куда сложнее. Эрудиты и те, кто просто интересуется историей региона и древней столицы Сибири, будут принимать участие в розыгрышах квартиры, автомобилей и крупной бытовой техники. В принципе, уже можно сейчас начинать готовиться, с удовольствием читать книги о нашем Тюменском крае, об истории Тюменского края, о том, что у нас, в принципе, чем знаменит наш край, начиная с самого начала, когда образовался Тюменский край, город Тобольск, город Тюмень. Розыгрыш ценных подарков будет проходить 17, 18 и 19 сентября в 21:30 в прямом эфире телеканала «Тобольское время» и в группе телеканала в соцсети ВКонтакте. Участвовать в викторине можно и в формате онлайн. Горожане старше 65 лет и те, кто по каким-либо причинам не может выйти из дома, смогут позвонить в колл-центр. Его номер 24-66-53, ответить на занимательные вопросы и получить шанс выиграть машину или квартиру. А подарки волонтеры доставят по месту жительства. Елена Макова, Рустам Рузеев, «Тобольское время». Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи! Восьмого сентября в Тобольске переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 12-13 градусов, ночью до плюс 7. Ветер юго-западный, дует со скоростью 2-3 метра в секунду.